мировых шахматах наступает советская эпоха. Первый чемпион мира из СССР – Михаил Ботвинник. В Москве в концертном зале имени Чайковского состоялось открытие международного шахматного турнира, посвященного памяти выдающегося шахматиста. Прошлый чемпион, русский эмигрант Александр Алехин, скончался непобежденным. И Международная федерация разыгрывает корону в матче-турнире ведущих шахматистов мира. Ботвинник, Смыслов, Керес вступили в борьбу за шахматную корону. Лидером стал Ботвинник. Ботвинник побеждает с отрывом в целых 3 очка. На втором месте Василий Смыслов, на третьем эстонец Пауль Керес. Весь пьедестал почета у советских гроссмейстеров. Часы остановлены. Михаил Ботвинник – чемпион мира. Абсолютное доминирование Ботвинника продлится 15 лет. Теряя звание чемпиона, он дважды вернет его в матчах-реваншах и до конца своих дней останется советским шахматным патриархом. Мировое лидерство СССР в шахматах власть считает политически престижным. Древняя игра во все десятилетия государственного антисемитизма – одна из немногих сфер свободной карьеры для евреев. Это подтверждение силы и достижений отечественной шахматной школы, являющейся частью передовой советской культуры.